В преддверии общероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности» в Никитинской библиотеке для школьников Воронежа организовали прекрасный праздник. Тех, кто участвовал в экологической викторине «Природа открывает свои тайны», наградили почетными грамотами и подарками от Воронежского зоопарка. Ребята не просто рисовали, писали, сочиняли и слагали для участия в конкурсе. Они действительно с любовью относятся к окружающей среде. Я с большим интересом участвовала в этой викторине. Я очень люблю природу, растения, животных. Наша учительница биологии Владимирова Ирина Николаевна прививает нам любовь к природе, к родному краю. Я надеюсь, что буду участвовать и в других викторинах. И опять одержу победу. Я узнала о конкурсе и решила поучаствовать в нем. Прислала свою работу и решила проиллюстрировать, сделав черную книгу. В этой книге показаны животные, которые уже вымерли. Сумчатый волк, черный эма, водолубская ротинга, здравствующий волк, золотая жаба и многие другие. Бабочка Мадейры. Мою работу отметили и наградили меня грамотой. Мне очень приятно. Но настоящий сюрприз школьников ждал впереди. Знаете, уже стала традицией, уже третий год мы так возникла идея библиотеки пригласить в свои стены Воронежский зоопарк. Конечно, для нас это была шокированная новость. Представляете, библиотека, книги, тишина, спокойствие. Ну, тут такие вот зверюхи. Грызуны, черепахи, морские свинки, кролики и даже мадагаскарские тараканы, актеры музыкальной сказки «День рождения хомяка Татошки», вызвали у детей неописуемый восторг. Вскочив со своих мест, ребята бросились к сотрудникам зоопарка, чтобы хоть пальчиком дотронуться до милых зверюшек.